أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Ассаляму алейкум нама ян бима и ва баракату. уважаемые зрители, уважаемые слушатели, мы переходим к уроку по книге Риаду Сулихей, сады праведных. И мы сегодня начинаем новую главу, глава двенадцатая, которая называется ⁇ Бабулхаси аль-изияди миналхойри фи авахил умр ⁇ в переводе «О побуждении к совершению большего количества благого» имеется в виду исполнение религиозных обязанностей и совершение всевозможных праведных дел, помогающих снискать милость Аллаха Всевышнего. «Фи авахир «В конце своей жизни». И автор, начиная сразу со слов Аллаха, «Коля та'аля» – «Аллах Всевышний сказал» что в переводе означает «Разве не даровали мы вам достаточно долгую жизнь, чтобы одумался в течение этой жизни тот, кто хотел одуматься, и более того приходил к вам увещеватель?» Аббасин, и Ибни Аббас, да будет доволен и им Аллах, и большинство других толкователей Курана говорили, это означает, разве не дали мы вам возможность прожить до 60 лет? Подтверждением правильности этого толкования служит тот хадис, который, если захочет Аллах, мы приведем ниже, продолжает автор. وقيل معناه ثمانية عشر سنة، وقيل أربعين سنة. قاله الحسن والكلبي ومسروق. ونقل عن ابن عباس أيضاً. говорят также это означает 18 лет, говорят также это означает 40 лет. так говорили الحسن البصري الكلبي и ومسروق. кроме того передают что тоже самое говорил ابن عباس. да будет доволен им الله Передают также, что когда кто-нибудь из жителей Медины доживал до 40-летнего возраста, он полностью посвящал себя делам поклонения. Говорят также, это возраст совершеннолетия. Иначе говоря, тот возраст с которого человек начинает нести полную ответственность за свои действия. Например, есть взгляды ученых, имам Ашшафиай, Рахимахулло считал, что совершеннолетие наступает в 15 лет. А имам Абу Ханифа, Рахимахулло, 18 лет. То есть это считается предел максимума. Здесь мы видим, что среди толкователей Корана имелись разногласия о том, какой возраст имеется в виду вышеупомянутом аяте. Некоторые говорили 60 лет, другие сказали 18 лет, третьи сказали это 40 лет, а четвертые сказали, речь идет о возрасте совершеннолетия. Но большинство ученых говорят, на самом деле аят не ограничивается конкретным возрастом, ибо в разных случаях бывает по-разному. Бывают люди, которые начинают соблюдать религию еще

Что же касается слов Всевышнего Аллаха и более того приходил к вам увещеватель, то Ибн Аббас да будет доволен им Аллах и большинство других ученых Ислама говорили, это Пророк, да благословит его Аллах, и приветствует. Также есть взгляды ученых, вообще этот аят охватывает всех посланников Аллаха, которые были посланы до Пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ведь они все были предостерегающими увещевателями. Говорили также, это Сидина. Так считали Айкрима, Ибн Уяйна и другие. А Аллах знает об этом лучше. Заканчивает автор, поясняя тему этой главы. Далее автор приводит хадис. Это будет 112-й хадис в общем количестве. Но этот хадис будет первым именно в новой главе, нашей главе, который передал нам Анаби ангу, Анин Наби саллаллаху алейхи коль. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал.

Это означает, что после этого Аллах уже не оставит человеку возможности для оправдания, поскольку Он давал ему отсрочку все это время. Автор здесь приводит также высказывания среди арабов, которые также говорят, оправдание принимается до известного предела. Теперь, как обычно, мы переходим к разъяснению данного хадиса. В этом хадисе указание на то, что Аллах Всевышний предоставляет своим рабам довод. Поистине Аллах Всевышний дал нам разум, дал нам возможность понимать и отправил к нам посланников и даровал нам такое описание, которое останется вплоть до судного дня. Аллах Всевышний послал к этой общине Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, который является последним из пророков. Он даровал ему великое знамение, это великий Коран, Слово Всевышнего Аллаха. Знамения, дарованные другим пророкам, исчезли после их смерти и остались только рассказы об этих знамениях. Но что касается Мухаммада алейхи васалям, то великий священный Куран, знамение, дарованное ему, останется вплоть до начала судного дня. Его пророческая миссия заключена в том, чтобы передать слово Всевышнего Аллаха нам и напоминать об участи жизни после смерти. Потому что Аллах Всевышний сказал в Коране, что в переводе означает «Скажи, воистину знамение у Аллаха, а я всего лишь предостерегающий и разъясняющий увещеватель. Именно поэтому пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, остерегает нас, говоря в своем хадисе, Аллах прощает человеку, откладывая срок его до тех пор, пока не доживет он до 60 лет. Поэтому человек должен в конце жизни стремиться побольше совершать праведных деяний. Особенно он должен стремиться выполнять то, что вменило ему в обязанность Всевышний Аллах. Человек, тем более под старостью лет, должен стараться больше просить у Аллаха прощения, также воздавать ему хвалу. И по достижении такого возраста, говорят ученые, который упомянуто в вышеупомянутом хадисе, человек уже лишится морального права говорить, если Аллах продлит мне жизнь, я буду совершать благие дела, так как ему было даровано для этого достаточно долгая жизнь. На этом сегодняшний наш урок окончен. Пусть Всевышний Аллах приумножит наши знания и сделает нас одним из полноценных следующих засунных пророка, саллиллаху алейхи вассалям. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته